Ну, вроде все уже собрал. Так, этот патрубок закрутил. Там трубку. Так что идет сюда на печку. Там шпильку закрутил, штаны закрутил, прокладку поставил. Значит, тосол, когда заливал. Вот это было у меня отсоединено и полилось оттуда и оттуда, потом надел. Значит, этот патрубок закрепил, этот патрубок закрепил. Что тут еще на этой стороне? Все вроде, да? Ну, кастрюлю пока не ставлю. Да, вот здесь вот у меня была проблема. Значит, там по метке выставил, здесь вроде тоже метка стояла. Ну, пока там то все крутил, видать, на 180 передвинул там метку. Давай заводить, нифига, не заводится. Чпыхает, шпухает, блин. Вывернул первую, четвертую свечки. Там метку поставил вот этим шлангом. Дунул в четвертый, дунул в первый. Первый дуется, значит, выхлоп. А четвертый так сжатие не дуется. Ну, вот этой шлангой в отверстие свечи. Значит, там метка стоит на четвертом. Открываю, блин, крышку страмплера, а тут у меня на первом стоит. Вот это я и не мог завести. Где-то как-то перекрутил на 180, когда уже эту крышку поставил. Ну, в общем, переставил с первого на четвертый. Тогда, когда там метка стояла. И все завелось. Так что сейчас буду дальше уже регулировать там. Может, холостой ход, может, угол опережения зажигания. Трамблерчик покручу. Ну, а так, в общем-то, все. Что тут еще? Да. Сейчас подкачаю. Да, здесь еще на карбюраторе вот эта прокладка вроде как подтекала, подсохла или что. Взял два болта вот этих, поменял. Здесь нарезал резьбу до конца. Здесь тоже, здесь глухое, здесь сквозное отверстие, а здесь глухое. Ну, тоже чуть-чуть вроде подрезал резьбы. Поставил чуть длиннее болт здесь, а этот вообще на вылет. Если что, там гайку прикручу. Ну, затянул вроде бы. Тут силумин. Аккуратно надо. Резьба. Чтобы не сорвать со всей дури. Это самое. Ну, а сейчас вроде не течет. А то вот так вот делаю. Ну, короче, газую. Отсюда аж брызнуло бензин, блин. Ну, сейчас вроде нормально. Так, сейчас буду заводить. Уже второй раз. Ну что, печка греет. Сейчас вентилятор. Включил вентилятор. Горячий воздух идет. Там кран открыт. Вон, кран открыт. Горячий воздух идет. Поставил на горку, ну как горка, небольшая, здесь возвышенность небольшая, там возниженность небольшая. Ну, чтобы пробку убрать, вот это, включаем, ну, я думаю, уже, если что-то еще осталось, то зайти здесь не так. Работаю. Трамблер покрутил, выставил на
максимально, как говорится, устойчивые обороты здесь. Машина кипит. А то прокладка была, пробила, и из выхлопной белый дым шел. Ну а сейчас так, конденсатик, конечно, есть. Ну, горячий воздух, нормальный выхлоп вроде как. Так что вот, 7 марта. Я 23-го года запустил машину. Ну, посмотрим, как она еще побегает. Так, все еще. Все вроде бы. Ну, кастрюлю поставлю. И буду уже потихоньку выезжать, смотреть, как она себя будет вести. Может быть, еще масло придется поменять. Ну, думаю, не сильно много туда посола забежала. Выпарится. Так, ладно. Все, пока. И капот снимать-то гораздо удобнее тут. И клапана регулировать, да и вообще крутить звезды. Ну, тут коленвал крутить гораздо удобнее. Да и все удобнее. А снимать капот легко. Вот эти раз, два, и с той стороны два. Открутил, все. Здесь ничего не надо, вот это вот ничего не надо. Вот эти вот. Там два отверстия, здесь и здесь. Вот их совмещаешь, вводишь туда, и все. Она пружинная, она вот так и держится там. Так что вот так вот я подвесил его. Легко снимается. И гораздо удобнее. Так бы гораздо сложнее все было делать. И зажигание, и угол, и все-все-все. И заливать проще там, когда вот эта дура здесь не мешает. Все.